Привет, друзья! Вам задание. Вот пешеходный переход. Итак, смотрите. Внимание! Кто правильно дорогу перейдет? И я называю по порядку. 13 место, хотя можно было, мы все сняли, и до конца можно было не считать баллы. 28-я школа, 12-я, 16-я, 11-я, 8-я, 10-я, 5-я, 8-я, распределили, 7-я, 2-я школа,
Пятое место, 27-е, 19-е, 24-е. Четвертое место, 4-я школа. Третье место, и я прошу Елену Ивановну выйти сюда ко мне и вручить диплом третьей степени школе номер 22. Выходит команда, получаем диплом и фотографию на память. Ребят, будьте там. Елена Ивановна, вручаем им грамоту и фотографию на память. Второе место единогласно было отдано команде школы, я сейчас ее назову, и хотелось бы, чтобы эта школа, продумав свои выступления, так же красиво, как начинает, до конца. Вот здесь тоже замечание нужно будет все учесть. Итак, второе место, 9-я школа. Команда сегодня, команда школы номер 12, которая приехала выступить, но в результате приняла участие по требованию жюри. Пожалуйста, ребят. Спасибо. Итак, ребят, пожалуйста, теперь первое, второе, третье место станьте компактными, чтобы вас могли сфотографировать. Елена Ивановна, идите в центр. Ребята, пожалуйста, они повыше. Ребята, Елена Ивановна, пожалуйста, там вас. Не мешайте, подвигайте, видно, чтобы было видно. Диплом уберите, чтобы они ваши лица не открывали. Можно еще чуть-чуть отправить? Да. Извините. Так, еще раз спасибо всем. И я надеюсь, ребята, что следующий у нас будет марафон гораздо более красивым, да, и самое главное, грамотным. Готовьтесь для этого в течение всего учебного года. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Так, Любава, держи. Вы, наверное, поставьте инспектора в середину. Никиту поставьте. Он зелененький, будет красиво. Шаг назад. Вот. Сережа, опусти. Ну, молодцы, вообще да встали. Подождите. О! Инечка, давай. Микрофон надо убрать. Дайте я микрофон уберу. На меня смотрят. А, микрофон уберите, да. Над нами солнце ласковое светит, для нас горит зеленая волна, команда есть.
отличная на свете, Юридом называется она. Юридовец, гордое звание, и мы его с честью несем, друзья. Юрид, это наше призвание, большая и дружная семья. Юридовец, гордое звание, и мы его с честью несем, друзья. Юрид, это наше призвание, большая и дружная семья. Юрид нам дарит радость и веселье и помогает выбрать верный путь. Все правила дорожного движения юрид знает каждый наизусть. Юридовец, гордое звание, и мы его с честью несем, друзья. Юрид, это наше призвание, большая и дружная семья. Юридовец, гордое звание, и мы его с честью несем, друзья. Юрид, это наше призвание, большая и дружная семья. Задача наша – это безопасность, движение на дороге не игра, а целый мир вокруг такой прекрасный, и мы идем дорогою добра. Юридовец, гордое звание, и мы его с честью несем, друзья. Юрид, это наше призвание, большая и дружная семья. Юридовец, гордое звание, и мы его с честью несем, друзья. Юрид, это наше призвание, большая и дружная семья.